У вас есть идеи, которые смогли бы преобразить наш город? У героев нашей сегодняшней программы они точно есть. Сегодня в нашей студии Сергей Кочнев, председатель Совета директоров Института развития местных сообществ, и Екатерина Гаврюшина, координатор Всероссийской образовательной программы «Идеи, преображающие города». Я правильно понимаю, что это достаточно новый проект, и вот он дошел, наконец, до Чебоксар. В чем суть проекта? Пожалуйста, Екатерина. Да, это действительно новый проект. С мая по июль 2018 году прошел всероссийский конкурс «Идея, преображающая города». Он прошел впервые, но, несмотря на свою молодость, в нем приняли участие более 1500 человек из 85 регионов Российской Федерации. И то есть это действительно это всероссийский такой масштабный проект, в котором приняли участие молодые граждане от 14 до 25 лет, то есть каждый житель нашей страны предложил свою идею по развитию своих общественных пространств. В какой форме было это? Это они предлагали какие-то проекты, да, или какую-то теорию, я не знаю, что это было, в каком? Конкурс. Мы за основу взяли федеральный проект формирования комфортной городской среды, где предполагается, были определены определенные номинации на темы, в которых вкладывается понятие комфортная городская среда. Это формирование придомовых общественных пространств, это развитие спортивных площадок, да, это развитие и изменение пространства на пустырях, не затронутых каким-либо строительством. Это придворовые территории, вот это парки, это скверы. То есть все эти объекты, которые являются неотъемлемой частью развития каждого города в нашей стране. И, соответственно, мы предложили молодым людям создать даже, в общем-то, может быть и не проект, потому что разброс возрастной был достаточно широкий, а создать идею, которая бы могла преобразовать ваш город, твой город, твой двор. То есть идея, которая бы стала бы, принесла пользу жителям твоего микрорайона, твоего дома. То есть вот такие идеи, с такими идеями наша молодежь приехала в Москву защищать свои проекты. Я правильно понимаю, что раз это конкурс, значит, были победители. Что дальше? Вот победили, да? Дальнейшая какая судьба победителей проекта? В конкурсе мы декларируем о том, что проекты наших победителей будут включены в перечень мероприятий, перечень проектов, рекомендуемых для реализации в муниципальных образованиях. Дело в том, что сейчас вот с принятием федеральной программы по формированию комфортной городской среды жителям, то есть если вот говорить о том, что еще там 20-15 лет назад развитие городских пространств, урбанизация городов, это было привилегией достаточно ограниченного количества специалистов, да, архитекторов, архитектурных бюро, которые вникали в содержание этих вопросов, да, и предлагали свои варианты развития городских пространств. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Государство предложило самим жителям поучаствовать в развитии своих общественных пространств, то есть дать какие-то свои решения, да, принять активное участие в создании этих общественных пространств. Но зачастую мы оказались не готовы даже к такому шагу, да, потому что зачастую наше отождествление нашей территории заканчивается квартирой, дверью в собственный дом. Вот, а все, что находится за территорией, это принадлежит государству, я не имею к этому отношения. И вот все они не привыкли, да, что мне о них спрашивают по некоторым таким вопросам. Да, то есть есть такой момент. Вот, и мы, на самом деле, работаем, то есть задача конкурса – это не только но еще формирование общественного мнения о том, что мы, жители, имеем право, имеем такую возможность сегодня участвовать в развитии своих городов и менять это общественное пространство, делать его комфортным для себя. То есть, и мы идем, на самом деле, двумя путями. То есть есть путь взаимодействия с молодыми гражданами. То есть, мы предлагаем даже от 14 лет ребятам принимать участие в этом конкурсе. Мы еще работаем с взрослым поколением, то есть кто непосредственно жителями домов микрорайонов. Мы взаимодействуем с представителями ТОСов, то есть органами территориального общественного самоуправления. То есть теми организациями, которые непосредственно являются сегодняшними заказчиками этих услуг. То есть именно ТОСы, организация общественная, созданная на территории муниципальных образований, имеет представление, имеет возможность выразить общественное мнение. Вот я немножко перебью. Я не совсем понимаю, как это происходит.
происходит на самом деле. Предположим, молодой человек, да, студент первого курса, узнал об этом конкурсе и захотел принять участие. Он разработал достаточно интересный проект, к примеру, там, да, в его дворе каких-то экологических материалов. Вышел на вас, да, например, и, не знаю, выиграл, ну, или там на определенном уровне, да, выиграл. Как учитывалось мнение соседей, например, его вот, или жителей вот двора? Как, спасибо за вопрос. Я думаю, что никак. Потому что человек получил положение о конкурсе, увидел его, прочитал. Хотя там и написано, сказать, что рекомендуем, сказать, узнать, познакомиться. То есть опрос провести, да, как да, это мы пишем. Но зачастую молодому человеку, конечно же, сложно вот это сделать, да, сказать, пройти, собрать команду. Одному это сделать достаточно сложно. Предположим, он победил. Да. Мы берем этого победителя. Да, и создаем на территории муниципалитета и района такую общественно-инициативную группу и знакомим этих ребят, у которых есть инициативы и желания, непосредственно с организациями общественного самоуправления. То есть ТОСами, ТСЖ, советами домов. То есть людей, у которых есть такая задача. С общественными организациями. Причем очень многие сейчас организации занимаются программой «Городская среда». Это Народный фронт, Совет местного самоуправления. Ну, то есть это достаточно энное количество общероссийских общественных организаций, которые включены в этот процесс. На самом деле можно обратиться в любую, и если ты приходишь с конструктивным предложением, отражающим общественное мнение, тебя, конечно же, возьмут. И представители администрации, то есть непосредственно те, кто распределяет финансовый бюджет, кто планирует график реконструкции домов, кто включает этот график, эти объекты. И, конечно, с большим удовольствием они возьмут тот объект, ту придорогу, где уже готов план, конечно, проект, там уже одобрен. Как минимум рисунок и есть общественное мнение. То есть вот наша миссия такая, ну, в общем, как медиаторов, мы соединяем людей на территории, и, в общем, проект начинает реализовываться с большим качеством и интересом. То есть и наши участники нашего конкурса становятся включенными вот это, вот в этот процесс. Ну да, я поняла. Есть идея, есть одобрение, да, например, населения, а с точки зрения финансирования это как раз можно внедрить, конечно, проект формирования комфортной городской среды. Да. Наверняка вы видели уже очень много, да, интересных идей, проектов. Какие запомнились? Были ли такие случаи, какие-то интересные идеи, которые можно, например, на территории всей страны реализовать? Что можете вспомнить? Да, у нас была участница из Белгородской области. Девочка приехала с проектом благоустройства пришкольной территории. Она победила в конкурсе. И, вернувшись уже в свой регион, она открыла архитектурный клуб, где стала собирать своих сверстников, которые стали предлагать идеи, уже выходя за рамки школьных территорий. Благоустройство дворов, благоустройство скверов, парков. То есть, действительно, это собрался такой клуб юных архитекторов, которые уже на более-менее профессиональном уровне, потому что это дети из художественных школ, колледжей, они начинают уже вот сами формировать уже идеи будущего развития, так скажем. Вот это я понимаю, профориентация на самом деле, да, действительно работает. А вот скажите, в какую сторону все-таки мысли, да, наши молодые архитекторы или просто люди, которые заинтересованы в урбанистике, какие есть, можно сказать, тренды? Может быть, это, например, использование каких-то экологических материалов и дерева? Тренды, наверное, разные есть. Есть экологические тренды. Мы работаем сейчас с архитектором уже больше полутора лет. И направление есть и экологические, то есть использование экологических материалов. Да. Есть, так сказать, хай-дековские такие направления, где используют, ну, такие современные материалы. Да. То есть архитектор народ, так сказать, такой незажатый, да, и поэтому творческие, так сказать, мысли, они в разные стороны, так сказать, развиваются. Вопрос реализации этих проектов. Ну да, да, насколько они вписываются, на самом деле, в наши российские реалии, да, климат, да, климат. И мы побывали, на самом деле, и в Якутии, вот, где происходят тоже эти процессы по формированию комфортной городской среды, и там тоже в этом направлении ведется работа достаточно успешно, то есть создаются объекты для горожан, и они такие нестандартные, не такие, как и были там 10-15 лет назад, то есть это приятно действительно видеть и наблюдать, и что в этом участвует, в этой работе как раз студенты участвуют, это ценно. Вы приехали в Чебоксары, я сейчас правильно понимаю, что пойдет вторая волна конкурса скоро, и наверняка сейчас вы ведете, да, какую-то разъяснительную работу среди городов о том, как можно поучаствовать. В Чебоксарах что вы планируете?
То есть я знаю, что вы будете всегда встречаться с нашими студентами. У нас встреча на архитектурном факультете. И мы планируем как раз рассказать о тех возможностях, которые сегодня есть у молодежи, именно для включения в программу «Федеральная комфортная городская среда». То есть как студенты могут в этой работе участвовать, как они могут взаимодействовать со своими жителями. То есть мы хотим об этом рассказать. Ну и, конечно же, поделиться своими планами, так сказать, конкурсом, предложить им участие в конкурсе «Идеи, преображающие города». Вот если будет более младшее поколение, школьники там, до 18 лет, предложим им поехать с нами в Анапу. Вот, тем более у нас есть еще такая фишка. Да. Мы второй год уже в Международном детском центре «Артек» проводим архитектурную смену. То есть победителей конкурса мы приглашаем туда. Спасибо большое. Я напоминаю, мы говорили про проект «Идеи, преображающие города». До свидания.